оттуда, я вас так понимаю. Вот, возьмите таблетки. Ой, сопельки, давайте куда-то сопельки. Зонтик заберите. Лечитесь, самое главное, лечитесь. Здоровье, вот самое главное. Спасибо, вы так любезны. Ты что тут кашляешь около меня? Прекратил кашлять. Дома надо кашлять, в семье в своей кашле. Лечись, иди давай. Да это всего лишь простуда. Да я в курсе, что это простуда. Знаешь, сколько от простуды умирают? Иди отсюда, быстро. Ну можно под зонтик встать? Какой тебе нафиг зонтик? Тепло заходящее. Ходят тут, распространяют. Не дыши на меня. Эй, доброе утро, алкоголикам. Оклемалась? Со мной все в порядке, мама. Ну и где ты до 5 утра шлялась? Я помню все, и все забыл. И, наверное, все свои деньги потратила за ночь. Чего я никому не скажу. Ничего никому не скажу. Да сколько уже можно тусить, а? А мама не кричи, хватит плакать, не смей. Ну то есть продолжать разговор ты со мной не собираешься? Да я хочу продолжать. Но тише. Жить ты как собираешься дальше? Я выбираю жить в КАИ. Я собираю твои вещи, ты сваливаешь сегодня отсюда. Базару нет, нет. В смысле ты вещи мои собираешь? Куда я пойду? Ведь так не должно быть на свете, что были потеряны дети. Блин, почему девчонки такие приставучие? Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Ударилась? Больно, да? Мне больше не больно, больше не больно. Жень, что-то есть такая охота? Может, бутеров намутишь, а? Я открываю холодильник, там есть колбаса. Открываю хлебницу, беру два куска. Бутер, бутер, бутер готов, детка. Ем аккуратно за столом и над тарелкой. Чай, сахар, чай, сахар. Чай, можно предложить конфет. Нет, я так делала. Я такой голодный, может быть, приготовишь что-нибудь? Блин, вот я попала. У меня хорошая идея. Да, конечно, дорогой. Алло, мы обязательно придем. Сбор через 2 часа, я помню, да. Все, до встречи. Дорогой, ты помнишь, что мы сегодня идем на день рождения к Лене? Блин, я должна быть самая красивая. Я пошла с... Самое активное солнце, ты же сгоришь нафиг, не стой. Да, ничего не будет, я тебя умоляю, вообще не чувствую это солнце. Все, сгорело все-таки? Я тебе говорила уже, не стой на солнце. Ты можешь на меня не дышать? Короче, начинаем операцию «Красное мясо». Ах ты, падла, ну беги! Прикол! Расскажите, пожалуйста, как вы собирали сумку для своего отдыха? Сумку вообще собрала за неделю. Я положила туда все. Также я собрала с собой разные луки на каждый день, чтобы выглядеть всегда свежо и красиво. Сумку,
А сегодня какое число-то? 13-е? Так мне завтра ехать, блин. Где трусы мои? Блин, где лифчик? Я никуда не еду. Мне вообще одеть нечего. Подождите, или какой вопрос-то был?